Жители Одинцовского округа могут стать участниками музыкального конкурса «Песни силы. Песни о легендах Вымпела», приуроченного к 40-летию создания группы специального назначения «Вымпел». Приглашаются поэты, музыканты и исполнители патриотических песен. Работу необходимо представить в оргкомитет по электронной почте. Отборочный этап завершится 10 августа. По его итогам будут выбраны финалисты для участия в фестивале-концерте, который планируется провести 14 августа на Поклонной горе в Москве.